по республике выполнили четверть годового плана по строительству жилья, сказали сегодня на совещании в Доме правительства. Готовы, либо вот-вот сдадут десятки зданий по соцподсейке для ветеранов другим программам. Нужно развивать рынок коммерческой недвижимости эконом-класса, ликвидировать аварийный фонд, поднимать с нуля арендные квартиры. Сейчас самое время продумать, сколько будет стоить их квадрат. Сразу мы договоримся. Арендное жилье по программе жилищного фонда – это целевая аренда. Это не кто с улицы пришел. Это наши очередники, это наши нуждающие, это наши врачи. Это же будет дешевле на 30%. Мы говорим о доступном арендном жилье. Если мы говорим о доступной ипотеке, то это будет другая форма доступное арендное жилье. Обсудили также строительство Казан-арены. Президент обещал бонус районам, чьи рабочие трудятся там лучше всего, возвести вне очереди несколько спортивных площадок.